как будете решать спор с Шарием? Он ведь тоже в Раду вроде собрался, и также за Зеленского спасибо. Нет никакого спора с Шарием. Вообще спора нет. Есть только желание Анатолия Шария облить грязью меня, Игоря Смешко. И я к этому отношусь с большим пониманием. У него наверняка есть заказ по этому поводу, он его исполняет. Я, в отличие от многих политиков, поскольку я не политик, я отношусь с пониманием к такого рода мероприятиям. Меня они даже забавляют. Меня можно наизнанку вывернуть. Если найдете что-то плохое, вам повезет. Плохого нет. Может, что-то где-то и найдете, но это не решает вопрос, не говорит о том, что я плохой человек или я где-то делал плохие поступки. Поэтому выворачивайте меня наизнанку. С моего рождения и до сегодняшнего дня. Делайте все, что угодно. Это я говорю не только Шарию Анатолию. Это я говорю всем, кто хочет обо мне писать плохо или выполнять какие-то заказы. Каждый день пишите. Главное, не перепутайте фамилию. И чем больше будете меня упоминать, тем больше я вам буду признателен. Поэтому я внутри человек шоу-бизнеса. А люди шоу-бизнеса знают, если о них не пишут, значит дело плохо. Если они говорят и пишут, значит все отлично. Поэтому пишите. Что касается Анатолия Шария, там произошла забавная история. Должен сказать, что Шария я считаю талантливым человеком. Вот как журналист, как обличитель, он талантлив. Он в этой стихии чувствует себя уверенно, он живет этим. Я очень часто, когда его смотрю, а я бывает его смотрю, я так смеюсь, просто я становлюсь невменяемым от смеха, особенно когда он мочил Порошенко, но это было реально смешно. Даже когда он про меня какие-то гадости говорит, это иногда очень смешно, и я смеюсь. У меня это вызывает, кстати, положительные эмоции. Что касается его обидок, он, видно, комплексующий парень какой-то, у него есть обидки. Я об обидках тоже скажу. Значит, адвокат Фейгин такой есть. Он сейчас, чтобы быть точным, я скажу, он, короче, публиковал, по-моему, то ли интервью, то ли что-то, надо посмотреть, с сестрой Шария, которая сказала, что Шарий педофил. И сайт «Гордон», в работу которого я, кстати говоря, не вмешиваюсь, и каждый журналист вам может это подтвердить, я даже не знаю телефонов журналистов и не знаю их в лицо. Сайт «Гордон» добросовестно, как информационное новостное издание, писал о том, что заявил Фейгин. Когда суд обязал Фейгина извиниться перед Шарием за недостоверную информацию, что Шарий не является педофилом, и Фейгин это сделал, издание «Гордон» точно так же написало, что это неправда. Но Анатолий Шарий почему-то хочет, чтобы я перед ним извинился. А я спрашиваю, а за что мне извиняться? За то, что издание «Гордон» добросовестно писало новости? За это извиняться? Нет, так не будет. Поэтому как написали, что Шарий педофил, так и написали, что Фейгина обязали опровергнуть информацию, что Шарий педофил. Вот, поэтому, слушайте, демократия, она для всех, вот, и я же никогда не говорил, что Шарий педофил, почему же мне надо извиняться, пусть Фейгин извиняется, и пусть они друг с другом решают вопросы.